Это вес, вес, вес. Всем привет! Додо Влог, вы на канале Новое Время и Стекло. Смотрите, что сегодня творится в Рогачёво на улице Мира. Сегодня у нас 13 февраля 2020 год и время 14:45. Ну, видео выйдет не в 14:45, потому что я его только что снимаю, а выйдет, ну, не знаю, ну, может, часов 7 вечера. Выйдет оно на мой YouTube-канал, который называется «Новое время и стекло». Ссылка на него в описании. И ссылка на мой ВК тоже в описании. Ну, у меня здесь еще висят огоньки. Скоро я сниму. Короче, всем пока. Всем привет. Додо Влог. Вы на канале Новое Время. Всем привет. Да, знаю, что я появился неэффектно. Пишите на мой канал. Вот тот кнопочек написать. Короче, сегодняшнее видео будет о том, о чем я даже не думал. Типа как вопрос на миллион, но совсем по-другому. А у нас на улице сейчас сильный ветер. Время сейчас 1:45. Сегодня получается у нас 23 февраля. Поздравляю всех. Поздравляю всех. Парней, мужчин и мальчиков. Не знаю, кто меня смотрит. 23 февраля. Короче, переходим к видео. Сегодняшнее видео, как вы уже, я уже сказал, вы же знаете, будет как вопрос на миллион. В общем, что я прошу? Я прошу вас, всех, именно тебя, спуститься в комментарии и написать мне любой вопрос. И 1 марта я сниму видео, где я отвечаю на ваши вопросы. Да. Например, вопрос должен выглядеть так. Как, когда вы спускаетесь в комментарии, то написано, напишите комментарий. И вы, например, пишите «Ответь на вопрос». Пишите «Ответь на вопрос». И, например, там пишите, например, «Когда у тебя день рождения?» Или пишите просто «Когда у тебя день рождения?» И все. И знак вопроса. Обязательно. А то я не помню, что это вопрос. Просто пишите «Ответь на вопрос. Когда у тебя день рождения?» Знак вопроса. Или «Ответь. Когда у тебя день рождения?» Знак вопроса. Или просто «Когда у тебя день рождения?» И знак вопроса. А чтобы вам было понятнее, я напишу, пожалуй. Сейчас я вернусь. Короче, мы вернулись уже. Ну, уже. После паузы. Вот смотрите. Есть три варианта ответа. Вам их не видно, потому что ручки я не нашел. Нашел карандаш, который был на ВК с самого начала. Думаю, что будет видно. Смотрите. Вот первое. Ответь. Когда у тебя день рождения? И знак вопроса. Второе. Когда у тебя день рождения? И знак вопроса. Сейчас. И третье. День рождения. И знак вопроса. Вот. Вот всего лишь такие три варианта. Выбирайте любой и пишите в комментариях. Теперь, что касается по поводу клипа на песню «Дракон». Как я сказал, клип будет сниматься 15 апреля 2020 года. И выложим его 25 июня после
после после челленджа Гинта как раз на еду 24 часа. А, вот. И что у нас дальше? Как бы трек я уже выложил, вы его можете посмотреть по ссылке в описании. Ну и на моем канале, после этого видео появится первым, а после него уже будет мой клип. Ну не клип, как бы. Что название там? Название Дракон Визей. И написано: песня о том, когда теряешь любимого человека. Что, кстати, любимого человека? Как знаете, там тебя теряли, я тебя теряю. И разрывает сердце пополам. Я понимаю, иду по краю, и вот дракон я, в котором нету счастья на. Дракон это просто это назвал песню. А что касается там тебя теряю, я тебя теряю, это получается, что я теряю Настю. Как раз ту Настю, которая поется в песне «О боже, какая Настя». Ссылку на клип я оставлю в описании тоже. Что ж, мои дорогие друзья, что я могу вам сказать? Я хотел вам сказать про клип, про это. Не знаю, что сказать. Давайте я скажу, что когда будет следующий альбом. Следующий альбом будет в марте. Просто у меня раньше не было альбомов. У меня был один огроменный альбом, который назывался «Дима Тролль». «Дима Тролль» он назывался. Почему так, я вам не могу сказать. Могу сказать, что «Тролль» он назывался, потому что есть песня «Тролль». И так как он назывался «Тролль», там второе слово «Тролль», это уже было как бы... Песня. Первая песня в альбоме должна была быть «Тролль», потому что назывался «Дима Тролль». А «Дима» — это как бы я когда еще не знал, что «Дим», что это на украинском «дым», поэтому я думал, что какой-то «Дима». Возможно, монатик. Но, говорю, что я не знал раньше украинского, когда вышла песня «Дым». Правда, песня «Дым» я уже знал, как же без песни про меня. Но я думал, что на них не пишется «Дым» так же, как у нас. Но потом я посмотрел на украинский алфавит и понял, что это не та песня «И». Что у них песня «И», наша «И», у них это «И». И следующий альбом будет «Обратный отчет». Вот вы видите картинка. Здесь написано «Обратный отчет» и написано «Время и стекло». Но в монтаже мы к «Времени и стекло» подставим новое. Получится уже «Обратный отчет», «Новое время и стекло». Вот. В этот альбом будут входить новые песни. Это песня «Дракон» и еще какие-то новые песни. И в этот альбом войдут 5 старых песен. Я не могу сказать какие, могу сказать только одно. Что это будет песня «На стиле». И, наверное, даже не знаю, какие еще песни. И будет песня «Сука». Туда тоже входить. Так что ждите премьеру альбома «Обратный отсчет» 30 марта 2020 года. Потому что 3 марта мы уже начнем записывать альбом и будем туда и будем записывать песни, какие там песни. Ну, песни «Сука, дракон» туда обязательно войдут. Но так как и «Дракон» слышали, для вас это не будет читать. Если «Сука» вы это слышали, для вас не будет читать. Только предупреждаю, что песня «Сука» возможно будет голосом Крида, Егора Крида и Моргенштерна, Алишера Моргенштерна. Потому что за такое короткое время я, возможно, ее даже не выучу.
Ну, это не знаю. Я, конечно, постараюсь сейчас выучить, потому что сейчас после видео я буду ее записывать. Но видео уже затянулось на чай на минут своих 10. В общем, подписывайтесь на мой канал. Кнопка подписаться, вот. Меня заебал этот карандаш. Вот. И пишите обязательно вопрос. Я на него обязательно отвечу. А сейчас мне нужно его дедитировать. Короче, ладно. Обратный отчет я вам сказал, что как будет называться следующий альбом. Обратный отчет. Пишите мне вопросы, на которые я не отвечу. Варианты вопросов я показал. Покажу вам их еще раз. Можете поставить на паузу и прочитать. Вот. И вот. Не знаю, почему синий оттенок. Все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Меня зовут Владислав Загородний. Солист группы «Новое время и стекло». «Новое время и стекло». «Me Time and Glass». Всем пока. Я пошел монтировать этот ролик. Как мне это не хочется. Но почему мне стало не хватать тебя? Я думал, это не всерьез. А теперь я не могу прожить и дня. Это перегруз, это перегруз. Ну почему переключиться совсем не могу? Просто тону, иду я ко дну. Хочу лишь тебя.